Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. А вы знаете, что уже распустились анютины глазки? Нас этим сообщением удивила Ринара Гурищева. Вернее, распустился один единственный глаз, но его вполне хватает на кадр дня. Еще осенью на улице Красногвардейская перекладывали трубы. Рядышком вот с этой девятиэтажкой. Красногвардейская 7/2. Морозов не было, спрашивается, что мешало сделать все нормально. А нет, закидали глиной. Ну а сейчас, когда потеплело, граждане на этом самом месте принимают грязевые ванны. Причем обойти эти глиняные залежи практически невозможно, объехать тоже. И грязюка тащится по всему району. В этом году паводок приходится на середину апреля. Не знаем, как на водоемах, а вот в пермских дворах пик паводка, можно сказать, уже начался. В сей момент мы находимся на улице Чердынская. Вот это дом номер 38, вот это номер 30, а вот это разлившееся между ними море. Правда, как нам рассказали, здесь оно не от таяния снега, а по абсолютно коммунальной причине. Утечка из колодца. Более того, нас искренне и всерьез заверили в том, что уже нынче к вечеру здесь будет сухо. Хорошо бы так было и в других пермских дворах, потому что вся наша информационная служба просто переполнена сообщениями о потопах. Это и бульвар Гагарина 58А, и Макаренко 46, и Карбышева 4, и шоссе космонавтов 90. В общем, адресов много, и проблема на всех одна. Паводок, отсутствие ливневок и море воды во дворах, так что ни пройти, ни проехать. Хороший был столб, с виду новый. Но вот уже полтора месяца валяется он без всякого смысла во дворе дома 38 по улице Чердынская, ровно напротив третьего подъезда. Еще полтора месяца назад здесь чистили снег, ну и своротили. Что характерно, поставлен он был нынче осенью. Полгода не простоял. Напоследок, как всегда, по понедельникам дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И победителем у нас нынче становится Евгений Овечкин, который порадовал просто от души лампочкой с противоугонной системой. Дорогой Евгений, вам достается вот этот вот набор чая «Пиала Голд». «Пиала Голд» – популярный чайный бренд из Казахстана, лучшие сорта индийского, кенийского и цейлонского чая. Высокая скорость заваривания, насыщенный вкус, цвет и аромат. На этом Игорь Гиндис и Михаил Осетров заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете и группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.